неожиданное продолжение нашего ролика по выбиванию Некроса. Сегодня у нас добавили рынок. Мы там получили некоторые плюшки, новый облик, который сейчас покажу. Ну, сначала мы затащим здесь еще 50, точнее 40 яиц. 50 у нас было. Так, мы тут получили Рину последний раз и Ареса. Посмотрим, повезет ли нам на 90 яйца вытащить недостающих. Самоцветы. Вот, ребятушки, Анубис. Круто. 59 раз Анубис. Я интересно удивлен. Интересно даже удивлен. И просто удивлен. Надо было только немножечко поспать, и там сразу же пришел Анубис. Круто, круто. 59. Это очень дешево, я вам так скажу. Так, редкое яйцо. Ну что, может, у нас еще поменяли дроп. До 90 яиц мы вытащим всех. Остался Некрос, Ведьма и Валентина. Смотрим. 200 кристаллов. Да. Удивили, так удивили. Психощит третий, тоже недостающая рунка. Ну давайте. Дайте Некроса за 100, за 90 яиц. Конечно, этого не будет. Итак, 9 самоцветы, 8. Редкое яйцо. 7 кристаллы. Ну, как-то одни расходники начали падать. Получили Анубиса и хватит с нас. Значки. Редкое яйцо. Кристаллы. Ну уже. Значки почета и Некрос. 300 самоцветов. Вот так вот, ребятушки, добили мы, ну, немножко яйца. В принципе, Анубиса получили за 69 попыток. Это недорого. Психощит. Ну и пару яиц. Сегодня также хорошая акция в наборах. Вот тут кулачки для тех, кому их не хватает. Здесь, кстати, очень дешево вольт, по 20 осколков, плюс новый облик. Сейчас вам покажу, как выглядит. Новый герой, не новый герой, а новый облик Вольтора. Вот такой вот он. Ну, в принципе, красивый, мне нравится. Я бы, наверное, его все-таки дракону бы сделал, поставил. Дракон бы был бы красивый. Но они что-то решили вот именно так. Ну, ничего так. Попозже сделаем обзор, посмотрим на него. Давайте посмотрим. Все-таки интересно, как же умение работает. Если у нас получится. Дедики. Уже пламенем бьет. Какие-то молнии непонятные. Смотрим.
Ну, круто-круто, ребятушки, смотрите, как круто смотрится его новый скилл. Удивили, честно говоря, удивили. Смотрите, как долбит. Хорош, хорош, мне понравился. Вот так вот. Пишите в комментариях, как вам этот новый скин. Как по мне, достойно. Все, всем пока.